Новгородцы достаточно активно раскупают проездные на сентябрь. Особенно это касается школьных единых билетов. С сентября проездные стали пластиковыми. Причем приобрести их можно не только в самих учебных заведениях, но и в специальных киосках центральной диспетчерской службы. Почему пластик? Главная причина – слишком много стало выявляться фальшивых билетов, говорят перевозчики. А пластиковые карты сложнее подделать. Кроме того, вторая выгода – практичность неорганического материала. В руках, во-первых, удобнее, все-таки он не будет трепаться. Там у нас некоторые моменты еще в дальнейшем тоже там прорабатываются, ну это перспектива. А сейчас, на данный момент, я думаю, что приятно взять руку общегородской, проездной для наших граждан, все-таки пластик. Он такой симпатичный. И также такой же симпатичный, я считаю, что вот школьный. В остальном все как и прежде. Пластиковый проездной билет дает право на неограниченное число поездок в месяц на автобусах и троллейбусах. Стоимость взрослого билета 2430 рублей, школьного 800. Для школьников необходимо иметь при себе справку из учебного заведения. Добавим сентябрьский тираж школьных проездных 5800 штук, взрослых 2400. Билеты для школьников приобретаются активно. На сегодняшний день где-то около 4000 продано билетов уже. Проездные билеты можно сейчас приобрести школьные, допустим, в дежурном киоске на Корсунова возле дома 11 напротив хлебозавода или в автобусных предприятиях на Нехинской 1 и в автобусном парке. На оборотной стороне нового проездного напечатаны правила пользования билетом. К примеру, он не подлежит возврату и обмену, а также не восстанавливается при утере. В планах перевозчиков в будущем пластиковыми сделать льготные и студенческие проездные. Максим Широковских, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.